Глава Чуваши Олег Николаев от имени всех жителей республики выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в школе номер 88 Ижевска. Это трагедия для общества и остальных отдельных семей, а также невосполнимая утрата. Желаю мужества и стойкости в эти тяжелые дни, здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим. Дал поручение усилить пропускной режим в школах и других образовательных учреждениях Чувашии. Рассчитываю, что к этому процессу подключатся МВД и Управление Росгвардии по Чувашской республике. Говорится в сообщении. Напомню, сегодня утром в столице Удмуртии стрелок проник в школу, убив охранника. По данным Следственного комитета, погибли 15 человек, 24 ранены.